Что случилось? Я в стоматологии видеодоклад снимаю. Какой еще доклад? Как какой? Про самую интересную профессию. Сегодня надо сдать. Забыл? А то на экскурсию не пустят. Как я мог забыть про доклад? Теперь экскурсию пропущу. Кто там? Интересная, видать, экскурсия. На колбасный завод идете или на шоколадную фабрику? Да какая разница? Главное, с Олей. Матрос, а давай я про тебя сниму. Про меня? Ну да, ты же фермер, а фермер – очень интересная профессия. Не спорю, только дядя Федор некогда мне. Холодильник починить надо, с молоком решать что-то. Трудности на работе. Что может быть интереснее? Ну, Матроскин, ну, будь человеком. Матроскин, ну, Оля. Ладно, чего ради любви не сделаешь? Yes! Ага, приготовились. И мотор! Фермер – очень интересная профессия. Вот сено, вот огород. И вот и пугало. А что это вы тут делаете? Доклад снимаем про самую интересную профессию. Интересную профессию? Это дело хорошее. А кот ваш тут при чем? Как-то при чем? От нас, фермеров, продовольственная безопасность страны зависит. От вас только колорадские жуки зависят. То ли дело почтальон, вон где по-настоящему интересно. Недавно случай был. Я пенсию медведю принес. Медведю? Как это? Да как? Прихожу я, значит, по адресу. Товарищ Печкин, мы тут вообще-то делом заняты. Дядь Федор, давай Печкина снимать. Если он про медведя расскажет, тебе пятерка с плюсом обеспечена. Шарик, вот ты предатель, а? Че сразу предатель? Даже пес понимает, что выбирать нужно лучших. А тут и выбирать нечего. Шарик, меня снимай. Давайте не будем трогать дорогостоящее оборудование. Оно настроено на фотогеничных людей с интересной профессией. Эй, а ну, взвитите! Да вы чего? Я так вообще ничего не сниму. Камера? Мотор! Почтальон? Древнейшая профессия! Чтобы стать почтальоном, много ума не надо. Только ноги сильные нужны. Вообще-то я на животных не обижаюсь. У них интеллекта меньше. Но тут вы мою профессиональную гордость задели. Вызываю вас на дуэль! Дядя Печкин, Матроскин, ну какая дуэль? Давайте я про вас обоих доклад сниму. Нет уж, дядя Федор, кто победит? Про того и снимешь. Выбрали оружие? Шарик, надо что-то делать. Ты прав, дядя Федор. Надо устроить батл. Да. Стойте, что? Батл? Это что за мероприятие такое? Будете обмениваться колкостями, пока кто-нибудь не заплачет. Я готов. А ты вообще не плачут. Приготовились? Фас! Почему профессия фермера скучная? Потому что его одни овощи окружают! Динозавры так долго ждали почтальона, что от скуки вымерли. Почему профессия фермера нудная? Потому что если он репу почешет, только репе будет весело. Ну да, а скучные почтальоны скоро вообще исчезнут. Нам посылки дроны приносить будут. Шарик, ты чего? Печкина жалко. Без работы останется на старости лет. Его же дроны заменят. Ну ладно, Шарик, это может еще не скоро будет. Продолжаем? Все, хватит. Я с вами вообще без доклада останусь. И без экскурсии, и без Оли... оливкового масла. А, оливковое масло. Так бы сразу и сказали. А то доклад, доклад. Дядя Печкин, а вы к нам по работе приехали? Ох и правда. Принимайте, Матроскин, это вам.
Или все-таки дронов будете ожидать? Ура! Это же новая ручка для моего холодильника приехала! Я только утром эту деталь заказал, а после обеда она уже прибыла. Получается, почтальон – самая быстрая и нужная профессия. А фермер – самая вкусная и полезная. Спасибо вам огромное, что с докладом помогли. Фермер только и делает, что ничего. Все равно интереснее, чем на почте сидеть. Ха! Знаете, сколько фермеров нужно, чтобы вкрутить лампочку? Я Федор! Подожди меня! Они ж кого угодно до слез доведут.